Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь в магазине Hobby Lobby. Вот здесь такие по 70% скидка есть. Одеялка. Обычно написано, что $25. Сейчас 70% скидка. На подарок можно. Я вообще в этом магазине давно не была. И хотелось просто пойти посмотреть, что тут продается, что тут новенькое есть. Вот рождественские. Раньше было 39, а сейчас 70% скидка. Такие, декорация такая. Окей. Цветы. Цветы. 50% скидка, искусственные. У них обычно сейчас скидки хорошие на рождественские вещи. Вот на книги есть скидка 40%. Блокнотики. Я ищу себе календарик на Новый год. Ищу календарь. Сколько стоит здесь? По $15. Это сильно большой. Сильно много этих разделов. Мне нужно такое, что поменьше. 22-23. Да, это сильно. Thankful. Это просто блокнотик. Вот $10. Не знаю. Нету пока скидки на календари. Может быть, и будет скидка. И здесь такое все детское. С этой стороны. Ну вот новогодние уже декорация для праздника. Все такое. Здесь Christmas декор, 70% скидка. Вот такие смешные игрушечки, тоже как декорация, как печенюшка. Gingerbread такой. Так, здесь 60% скидка. Это для кухни. Прихватки. 50, это было не 50, а $5, а сейчас 60% скидка. Ну, неплохо, неплохо. Было $8, и сейчас смотрим, сколько это будет. 3.20. Вот такой placemat, 3.20 будет. Разные. Для праздничного стола скатерки. Всякое такое, салфеточки, украшения, звездочки, снежинки. Тарелочки. Такая тарелочка красивая. Гринч. Это наборчик такой рождественский. Чашечка. Ой. $25 раньше стоило. Ну, сейчас на скидке, конечно. Но все равно $25. Солонки. 24. 60% скидка. Будет дешевле. Дед Мороз такой цветастый, смуглый, загорелый Дед Мороз.
Это такой беленький, а там есть загорелый. Это для супа, наверное, такая кружка. Вот такие коробочки Tens. Tens. Это можно напечь этих печенюшек, да? И сюда положить красиво, упаковать на подарочек кому-то. Ну и можно также с другими конфеты так сделать. Тоже на подарочек, если кто-то хочет красиво оформить подарочек, вот, пожалуйста. Можно так сделать. Фартушки есть. На. Почем фартушки, интересно. $20. Это сейчас он будет где-то $8, да? Где-то так. Да, $8 будет. Много кружек, чашечек. Какой Винни-Пух интересный. Керамический, красивый. Так, а цена? Вот. Это было $11. Значит, будет $4 за кружечку. Со скидкой. Ну, я бы сказала, что в этом магазине специально все цены, которые здесь возвышенные, превышенные, или как сказать, ну, большая цена, и потом они делают скидки. И люди думают: о, скидка. Но тут постоянно на чего-то скидки. Если не на одно скидка, то на другое есть. И просто надо прийти в то время, когда есть. У них всегда есть купон, в газете всегда есть купон по 50%, по 60% скидка. Такая бумага для подарков. Здесь бантики, поверточная бумага. Это все, короче, есть. Какая птица, синица. Интересно. Красиво здесь декорация, конечно. Такой смешной, с очками. Птичка. Так, елочки здесь на скидке, это хорошо. Вот 70% скидки на елочку. Display for sale. Обычно $300, а сейчас она будет стоить 120, наверное. Обычная цена $300. Ого. А это была $500. Значит, скидка 70%. Все равно будет дорого. Чего они такие дорогие, эти елки? А, вот игрушкина елка. Елки, игрушки тоже на скидке. Маринерс. О, какая славная. $16 за такую игрушку. Есть мороженое. Как настоящее. Щелкунчики. Короче, ряды декораций для Рождества.
Нового года. Венки. Тоже олененки. Подарочки. С лампочкой. Здесь вкусняшки разные. Вот. Подарочки. Тостеры. Spring Shop. 40% скидка. Оригинальная цена какая? Spring Shop. Не знаю, где оригинальная цена. $10. Интересные разные подарочки можно здесь присмотреть. Это просто шары. Вот такие вафли такие делать можно в форме это мишки. Микки Маус есть. Большой магазин. Здесь это для рукоделия. Очень много всего. Очень много и ткани есть, и нитки, и разные краски, и карандаши, и что хочешь. Всякие. Все-все для поделок. Даже вот декорации. Вот такие есть. Как оно? А, скамеечка. Скамеечка. И вот эта полочка такая красивая. Даже диванчик такой. $300 такой. Вот наборчики по 40% скидка. Красивые наборчики. Обычно $35. 40% скидка. Окей, на подарочек хорошо будет. Декорация тоже. Вот еще. Много. Такие покупала. Нашу группу мы делали подделку. Игрушку на елку. Christmas Crafts. Рождественские подделки. 70% скидка. А, неплохо. Почем ленточки? Обычно $4. А 70% скидка. Это будет $1.50, наверное. Вот можно фотографии вставлять в глоб. Ой, вижу такие красивые брошки. Ух ты, 50% скидка. Metal Gallery. Видите? Обычно $15 и это будет сколько? 7-8 долларов за брошку. Такая красота.
Штука огромная, за $25. Крест. Красиво. Цепочки даже есть. Короче, можно что хочешь. На ваше усмотрение можно сделать своими руками много чего интересного. Вот сколько всякие такие деревяшки, штучки. Сейчас тоже на распродаже. Вот. Можно Деда Мороза раскрашивать. Это будет $1.50. Даже дешевле. Вот этот Дед Мороз, это будет это $1. Наборчик. Для девочки такой наборчик. $20. Вам. Декорация в детскую комнату. Тоже 50% скидка. Всегда, когда бываю в этом магазине, всегда есть на что-то скидка. Всегда. Даже шкатулки продают. Тоже есть скидка. Вот обычно $32. Сейчас 15. Открывается настоящая шкатулочка. Это разные органайзеры. Разные коробочки, чтобы можно было сложить карандашики. Так. Что еще здесь интересненькое есть? Нитки по 30% скидка. Процентов скидка на такие. Это сделано из дерева, но дерево не обработанное. Picture frames. Рамки. Ну, все равно будет дорого. Это стоит $15, это будет $8. Из дерева. Ну, такой как бы rustic style. Здесь есть место, где можно заказать, чтобы твою картину в рамку ввели. Тут разные рамки есть. На заказ у них бывает скидки на такой сервис. Вот видите, example. Разные рамки у них. Красивенные. А здесь вроде бы рабочий стол. Интересно. Есть pastels. Такие карандаши, да. За $30. Что хочешь, короче. Глаза разбегаются, очень много всего. Вот это
какая-то фирма. $6 каждый. Art. The fine art. Fine art studio. Ой, эти даже копик. Копик под замком, смотрите. Они, наверное, дорогие. $8 каждый. А почему они под замком, интересно? Наверное, воруют. Потому что каждый фломастер стоит $8. То есть, если ты хочешь 10 фломастеров, то это $80 за наборчик получается. Ничего себе. Дороговато. Окей, идем дальше. Даже лампы у них есть. Разные. Любой стиль, любой вкус. Такие беленькие. Висит 50% скидка. Это такая modern style. Оригинальная. Так, ой, здесь вышивка. $33 за вышивку. Это американская, $17, американский флаг. $38. Наборчики такие вышивки. Здесь нитки, скорее всего, иголка тоже есть. Не знаю, если это принтед. Вот тоже $30. Такой зимний пейзаж. Даже есть котик в очках. Котик-бабушка. Окей. Поменьше вышивка. Наборчики по $6. Наверное, уже не модная вышивка сейчас, да? Даже можно подушечки вышивать. Так. Здесь. Оставила. Так. Здесь тоже наборчики, вышивки. Но это только какой-то другой. Это называется по-другому. Punch needle. Вот такая ручка. Называется Punch Needle. Никогда не пробовала такой вышивать. Здесь уже вышито. Иголочки продают. Цена $2 за 3 штуки. $2 за 3 штуки. Такие иголочки. Окей. Я не знаю, наверное, я ничего себе не нашла сегодня. Там за $70 швейные машинки. Видите? Wow. Priced from $70. $70 и выше швейная машинка получается. Здесь очень много ткани есть. Все для шитья. Если надо что-то купить для рукоделия, можно прийти в этот магазин и выбрать все, что хочешь. Здесь большой выбор. Магазин большой. Цены, конечно, скачут. Всегда хорошо покупать, когда у них скидка на эту вещь. А если без скидки, то получается невыгодно.
Ну, обычно можно найти, конечно, купон в газете. Купон у них каждый месяц есть. Или каждую неделю выходит. Раньше я пользовалась купоном с этого магазина. Ну, хорошо. Всем благодарна за ваше участие на моем канале, за комментарии, за лайки, за то, что вы подписываетесь на канал. Вот еще здесь есть свечки, 50% скидка. $7 такая свечка. Тут большой ряд только свечей. Ладно, немножко походили. Такая бороделка получилась. Все, конечно, мы не смогли посмотреть. Только некоторую часть этого магазина. Но все равно. Мне было интересно. Надеюсь, что и вам было интересно. Все. Всем пока.